В зале районной администрации прошло отчетно-выборное собрание Северского районного отделения Русского географического общества. На заседании подвели итоги деятельности за 5 лет. Члены общества вместе проводят экологические и просветительские акции, путешествуют по району и всей России. Правильно построена работа, отличный коллектив, абсолютно разные люди с разными интересами, с разными профессиональными навыками и качествами. И все в целом это вместе дает действительно хорошие результаты работы, которые видят и жители района, и видят и на уровне края, и руководство Краснодарского края. Общественная организация уже более 7 лет объединяет тех, кто любит свою родину. Северское отделение ежегодно реализует ряд значимых проектов. Активно взаимодействует с администрацией и неравнодушными жителями станиц. Надеюсь, что дальнейшие ваши и работы, и ваши действия будут развивать и продвигать и любовь к малой родине, и к России в целом, к Кубани. Я желаю вам, вашей организации, расти, развиваться, приобретать новых соратников, сподвижников и только к успеху, только вперед, к новым открытиям. На собрании выбрали нового председателя районного русского географического общества. С момента создания отделения его возглавлял Юрий Коваленко. Теперь руководителем стал Сергей Дубовик.